23 июня, друзья, прошел замечательнейший концерт Дианы Анкудиновой в городе Санкт-Петербурге, где ее очень тепло встретили. Есть некоторые ролики в официальном фан-клубе Дианы с этого мероприятия. Обязательно посмотрите, поверьте, вы зарядитесь позитивом очень и очень надолго. Также отмечу, что 29 июня у Дианы Анкудиновой концерт в Москве. Это не реклама, но если вы жители столицы, я думаю, это будет шикарная идея пойти на этот концерт. Ну а мы сегодня посмотрим видео с лайв-канала Дианы Анкудиновой. Песня, которая прозвучала на бис, песня, которая заряжена энергетикой на все 100%. Ну а вы на канале Горинов Лайв, и сейчас мы будем слушать, да, вы угадали, хорошую музыку. Просто браво! Вы самые лучшие, Санкт-Петербург никогда не победит. Спасибо! Берегите себя и своих друзей. Я вас очень люблю. Вы просто понимаете, что происходит, и не утихают аплодисменты, оно и неудивительно. Диана спустилась в зал, Диана зарядила такой энергетикой свою аудиторию, поделилась такой теплотой, что просто диву даешься. Замечательный концерт был, искренне повезло тем людям, кто побывал на нем, но также и спасибо за эти кадры, благодаря которым мы можем также увидеть это замечательное событие вот в таком формате. Но если вам пришлась по душе моя видеореакция, непременно подписывайтесь на канал Горинов Лайв. Всем хорошего настроения, замечательных выходных и, конечно же, счастья и здоровья. Слушайте хорошую музыку и берегите себя, друзья. Увидимся!
До новых встреч. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until